«Море музыки, море хаоса. Это туса в нашем стиле». Под таким лозунгом в минувшую пятницу прошла молодежная вечеринка «Bye Student» или «До свидания, студент». Праздник устроили горспорткомитет и выпускник МГУ Антон Маргунов. Как вы думаете, чем вот зажечь нашу сегодняшнюю аудиторию? Здорово! Танцем! Правильно, Евгений, танцем! Несмотря на ненастье, а проводить студентов решил дождливый циклон, молодежь пришла, танцевала под современные мотивы и с удовольствием участвовала в конкурсах. Кроме басящих клубных хитов, публику порадовали шамановские вокалистки. Некоторые из них сами уже студентки. По мнению организаторов, праздник удался, несмотря на дождь и грусть расставания. Впереди у студентов новые семестры и сессии, а в новом учебном году многим из них предстоит защитить диплом. Антон Сиротов, Леонид Косован, специально для Шамановского телевидения.